Подруги, привет и добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас с вами настоящее видео-десерт. Почему десерт? Потому что это последнее видео, которое мы записываем здесь, в Санкт-Петербурге, перед нашей поездкой в Ригу. Во-первых, мы будем делать распаковку посылки, которую я только-только получила. И посылка очень интересная для нас, для всех. Для меня, потому что я получила очень много всяких новых штук для дома. Для вас, потому что у нас сегодня будет розыгрыш, и одну из коробочек вы получите себе во владение. Второе, сегодня покажу свой чемодан, как же я его перебрала, что я там оставила. И третье, самое-самое важное, мы сегодня будем говорить о моей беременности и малыше номер 2. Сегодня расскажу вам, как прошла моя овуляция, какие симптомы я ощущаю все эти дни и сколько же нам еще осталось до нашего заветного теста на беременность. Так что будет интересно. Этого красавца сейчас положу спать, поскольку у нас время нашего дневного сна, и вернусь к вам. Говори, подруги, пока! Пока. Говори, подружки, пока. Подружки хочет. Все, мы пошли. Так, подружки, вот наш чемодан. По вашим комментариям, советам, перебрала абсолютно все и положила вещи самой-самой первой необходимости, то, что нам понадобится точно. Из тех вещей, которые я добавила по вашим советам, это обувь для Рэма дополнительная. У нас с собой две шапочки. Здесь я, конечно же, положила тест на беременность, который мы с вами будем делать по приезду. Потом я, естественно, убавила еду, ее стало здесь меньше, убавила посуду, но все же кое-какую взяла, поскольку Рэм у меня имеет еще привычку швырять эту посуду со своего столика, поэтому стеклянную, которую у меня дома, я использовать, к сожалению, не смогу. И также я положила тросы для крепления комодов. У меня в Риге в квартире есть полка, большая книжная, комод, который нужно будет, скорее всего, прикрепить. С этим мне сможет помочь брат, но на всякий случай я возьму, так как дома у нас уже есть. По поводу игрушек, я взяла с собой Дэнни, поскольку он его сильно любит, взяла с собой черепаху, и с собой в машину я взяла один такой играющий мобильный телефончик, и также кошечку мягкую я взяла также в машину. Из книжек я все-таки оставила две, и одну везу также для Адама. Так, что еще? Одежду я убавила. Ну и, в общем, так выглядит наш чемодан. Здесь у меня подгузники. То есть это на первое время нам хватит, остальное купим в Риге. Еще в аптечку я положила градусник, который я, кстати говоря, забыла. Он у нас с собой будет. И некоторые медикаменты также добавила и для себя. И также сюда еще пойдут наши шторки. Их я забыла, и спасибо вам, девчонки, за то, что вы мне напомнили. Без них я не поеду никуда. То есть я себе трусы, извините, не возьму с собой. Но шторки, блокаут я возьму обязательно. Это 100%. И еще я сюда, кстати, вместила матик для ванны. Я вспомнила о том, что у меня в Риге нету противоскользящего матика для ванны. Один из наших Манчкин я сюда также положила. Ну и все. В общем и целом, это наш чемодан. Все, что нужно в машину, еда, там подгузники, салфетки, игрушки, iPad и так далее, это все пойдет в коляску. Кстати говоря, я решила брать Fox. Там вещей положить можно намного больше, учитывая то, что у нас будет в Риге еще коляска-трость, то я не боюсь того, что она немного более, скажем так, громоздкая, нежели чем хамелеон. Ну и также я не беру с собой переноску, так как я надеюсь, такие там переезды на такси и так далее, прогулки короткие, нам хватит нашей коляски-трости. Все, чемодан можно закрывать. По мне, так признак того, что чемодан собран правильно и хорошо, это то, что ты можешь его закрыть одной рукой. В этом случае чемоданчик закрылся. Отлично. Ну все, малыш спит, я готова приступить к моей распаковке. Сегодня посылки мои прилетели от российской компании Kitford. Она производит технику для дома и для кухни. Обратились ко мне ребята, очень приятные люди, с большим удовольствием с ними пообщалась. И вот они сказали о том, что им очень нравится мой канал, и они бы хотели предложить мне для обзора, распаковки и знакомства свою технику. Дали мне полную свободу, разрешили выбрать ту технику, которую я хочу. И самое важное, позволили
успели также выбрать один предмет для розыгрыша для вас, подруги. Поэтому сегодня с большим удовольствием благодарю Kitford за наши подарки, за то, что вы сегодня являетесь спонсорами этого сегмента. И давайте открывать коробки, знакомиться с этим брендом, мы будем смотреть, что же здесь интересного и особенного. Так, давайте по порядку. Что же я выбрала? Самая маленькая коробка – это у меня ручной отпариватель. Я как раз-таки в преддверии своей поездки решила, что Арсу очень полезным будет именно этот предмет, поскольку гладить он так себе не очень любит. Но давайте смотреть правду в глаза, кто любит. Поэтому я выбрала ручной отпариватель. Что у нас здесь в коробке? Я вижу, здесь у нас есть инструкция. Ладно, инструкцию будем читать позже. Также есть специальная вот такая вот перчаточка для защиты рук от горячей температуры. И, собственно, сам отпариватель. Выбрала именно эту модель, поскольку она может отпаривать вещи как горизонтально, так и вертикально. И это очень круто. То есть я могу ее использовать для одежды, для штор, для... Да, в принципе, для всего. И особенно это, конечно же, удобно, когда тебе нужно что-то очень быстро привести в порядок и очень быстро отпарить. Слушайте, ну, смотрится очень даже прекрасно. Вот такая вот красивая штуковина. Дизайн отличный. И вот отсюда выходит пар. Размер у него достаточно такой внушительный для портативного отпаривателя, но так как у него мощность достаточно сильная, то я думаю, что здесь найден такой оптимальный вариант и оптимальное соотношение именно размера и функционала этой вещи. В комплекте здесь есть также мерный стакан, и также для отпаривания загрязнений есть вот такая вот щетка с ворсинками. Так, ну что ж, давайте попробуем использовать мерный стаканчик для того, чтобы наполнить его водой. Так. Есть. Закрыла. Ну и давайте включим. Оп. Так, здесь загорелись огоньки. Как только он перестанет мигать, то отпариватель будет готов к работе. Режимов работы этого отпаривателя здесь два. Первый – это когда горит красная лампочка, кнопка стоит посередине, это означает, что он готов к глажке, то есть это горизонтальные глажки вашей одежды. Но когда кнопку отправляем наверх, то еще и включается пар. И можно отпаривать либо горизонтально, либо вертикально. Супер! Разобралась. Так, у меня здесь есть льняное мое платье. Выбрала уж самое сложное. Оно обычно доставляет много хлопот для того, чтобы его отгладить. И вот, посмотрим, справится ли отпариватель с этим платьем. Так, ну что ж, платье смотрится неплохо. Для льна, мне кажется, отлично. Особенно, если я беру его в поездку. Доставая из чемодана его, то платье обычно очень-очень сильно мятое. Для того, чтобы его отгладить, мне нужно потратить огромное количество усилий. Но чтобы привести его в порядок, почистить и освежить, мне кажется, очень даже круто. Здорово? Здорово. Так, следующая наша коробка – это увлажнитель воздуха. Ура! В нашем доме в каждой комнате сейчас должен быть увлажнитель, и как раз одна из них осталось без этого прекрасного агрегата, поэтому я выбрала именно этот аппарат. Так, выбрала я его черного цвета, и выглядит эта красота вот так. Этот увлажнитель воздуха имеет дисплей тачскрин и иконки, которые очень легко, я думаю, помогут мне разобраться, как тут его включать. Значит, что у нас тут есть? Кнопка включения, также включение ультрафиолетовой лампы, которая очищает воздух. Насколько я понимаю, в этом увлажнителе воздуха есть вентилятор, который всасывает воздух. При включении ультрафиолетовой лампы этот воздух очищается от микробов, бактерий, аллергенов и очень хорошо чистит этот воздух. Также в нем есть углевой фильтр, который будет очищать этот воздух еще и от запахов, таких как сигаретный дым и другие. Потом также есть режим ночной, все освещение, оно выключается, чтобы не тревожить сон. И также есть настройка силы пара, который выходит из этого увлажнителя. Ну что ж, смотрится отлично, давайте тоже его попробуем включить. Вот так выглядит бак, резервуар воды. Здесь, значит, есть фильтр для очистки воды. То есть вода тоже будет очищаться перед тем, как будет поступать в систему. И сюда нужно прекрасным образом налить воду. А на самом увлажнителе воздуха здесь есть специальный резервуар для масел ароматерапии. Вода есть. Давайте пробовать, как это работает. Значит, включаем. Так, включилось. Отлично. Регулировка тумана. Послабее или посильнее. Также здесь можно его направлять. Это отлично.
И что еще? Ночная функция. Так, окей. И ультрафиолетовая лампа, которая также очищает воздух. Ну, супер! Вот такая вот красота теперь будет у нас стоять. Так, ну а мы идем дальше. У нас осталось еще два предмета. И сейчас возьмем побольше и потяжелее. Это кофемашина. Я наконец-то решила избавиться от нашего маленького друга, который делал нам кофе все это время. У него уже давным-давно течет его резервуар. Ах, и очень долго я мечтала о машине, которая будет сама молоть зерна. И вот именно такую я выбрала. Остается только ее извлечь из коробки. Так, подруги. И штуковина не из легких, сразу скажу. Но нам по силу все. Так, коробка. Упаковка. Эх, класс. Сегодня как раз-таки отправила мужа на работу и сказала: без кофейных зерен не возвращайся. Что у нас первое здесь появляется? Это резервуар для кофе. Готово уже кофе. Чаша наша. Так, ну давай, 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 давай. Да. Есть. Также выбирала, кстати, черного цвета, чтобы красиво он стоял на моей серой кухне. Вот такая вот красота. Ух! Обожаю открывать новые вещи, когда еще есть вот эта липкая пленочка на них. Отдирать ее самое большое удовольствие. Так. Есть. И есть. Отлично. Так, я уже в инструкции почитала, что готовит он до 12 чашечек по 125 миллилитров. Здесь наверху открывается резервуар для кофе. Отлично. Окей. Есть кнопка старт-стоп, это запускается. Отсрочка старта, окей. Дальше включение-выключение помола. Выбираем крепость, это тоже можно регулировать, это очень круто. Дальше чашки от 2 до 12, часы, минуты. Ну, слушайте, все понятно. И здесь при помощи вот такого барабана наверху производится помол кофе. Ну, супер! Ну и вот, я не смогла отказать себе в удовольствии ее все-таки включить, несмотря на то, что у меня пока нет зерен. И вот тут можно установить время. Ну и, в общем, все функции, они будут работать. Хорошо, подруги, будем пользоваться и тестировать, и смотреть, как же эта красота работает. Подруги, как же круто, когда на кухне у тебя появляется настоящая большая кофемашина. Ура! Подруги, и последняя коробка у нас осталась, это вишенка на нашем торте. Об этой штуке я мечтала уже не знаю сколько давно, и наконец-то в моем доме появился робот-пылесос. Счастье-то какое, господи! Так, ну вот, открываем коробку. Так, давайте доставать эту красоту. Первым делом сам робот. Так, торжественно. Какой кайф. Посмотрите, какая прелесть. Как зеркало. Тут еще есть такой красивый рисунок. Здесь, значит, что у нас имеется? Колеса, естественно. Основная щетка. Также у нас в комплекте есть боковые щеточки, которые собирают мусор. Так, я сразу попытаюсь их установить. Так, одна есть. И две. Есть. Еще две щетки в коробке есть. Сейчас посмотрю, либо они устанавливаются, либо это запасные. Есть у меня подозрение, что это запасные. Окей. Также есть вот такая вот штуковина для чистки. И также у нас есть вот такой резервуар. Сюда заполняется вода. Есть специальная тряпочка здесь из мембраны на липучках. И эта красота для влажной уборки. Потом в коробке у меня есть пульт управления. Также есть запасная тряпочка. Дальше запасной фильтр, который устанавливается в пылесос. И две батарейки. Так, предполагаю, в пульт. Одна. Есть, все работает отлично. И закрываем. Супер. Здесь непосредственно у нас база, на которую пылесос будет отправляться для того, чтобы заряжать свою батарею. Провод. Сейчас как раз-таки его и подключим. Так, он подключается здесь. И сам провод нужно размотать. Базу я включила, и робот отправился заряжаться. Давайте-ка попробуем его включить. Welcome to use robot vacuum cleaner. Угу,
Интересно, окей. А выбрала я именно эту модель робота-пылесоса, потому что помимо влажной и сухой уборки у него есть очень много полезных функций. Например, управление через мобильное приложение. То есть, когда нас нет дома, мы можем спокойно запустить этот робот-пылесос, и он будет спокойненько себе убирать пол в нашей квартире. И даже когда его батарейка сядет, он вернется на базу, зарядится и снова примется за работу. И сейчас, когда меня не будет в Санкт-Петербурге, Арс может очень легко установить график уборки в квартире. То есть в одни и те же дни, в одно и то же время робот-пылесос будет убирать пол. В целом у него 3 режима уборки, 2 силы всасывания. У него есть датчики препятствий, да и в целом он рисует карту квартиры и работает именно по этой карте. А даже если появляется какая-то неожиданная мебель не в том месте, где она должна быть, он все равно очень здорово обходит эти препятствия. Ну что ж, будем смотреть на деле, насколько он хорошо работает и как чисто он убирает полы. В общем, функций здесь огромное количество. Будем пробовать тестировать, все подключать. И, конечно же, в будущих своих влогах я буду вам показывать и рассказывать, как же эта штуковина работает. А еще более мне интересно, как Рэм будет с ним взаимодействовать. Сейчас он проснется, я включу этот робот-пылесос, и я уверена, что он просто будет на нем сидеть, на нем кататься, и это для него будет лучшая игрушка. Как бы не пришлось ее в Ригу с нами с собой брать. Ну а для вас, мои дорогие подруги, также сегодня подарок. У нас розыгрыш, как я объявила в самом начале этого видеоролика, и мы как раз-таки будем разыгрывать прекрасный робот-пылесос. Модель робота-пылесоса, которую мы для вас разыгрываем здесь, оставлю на экране для того, чтобы вы смогли на сайте KitFort с ней ознакомиться и посмотреть, что же вы можете выиграть. Так, подруги, условия участия в нашем розыгрыше. Первое, что вы должны сделать, это подписаться на мой YouTube-канал. Второе, подписаться на мой Instagram. Как раз таки в Инстаграме я буду объявлять победителя и буду с победителем там контактировать. Третье, вы должны поставить лайк под этим видеороликом. И четвертое, вы должны написать комментарий. В комментарии напишите, какого цвета робот-пылесос вы хотите получить, белый либо черный. И также напишите свой аккаунт Инстаграма, поскольку мне нужно будет знать, как вас найти именно на Инстаграме и связаться в случае победы. И последнее, в этом розыгрыше участвует только Российская Федерация. Все условия участия розыгрыша я оставлю в описании видеоролика. Даже если сейчас забыла что-то упомянуть, пожалуйста, перед тем, как принимать участие в розыгрыше, идите в описание и прочтите все условия для того, чтобы вы могли выполнить каждое из них. И все, после этого, подруги, вы в деле, и вы участвуете в розыгрыше робота-пылесоса от KitFort. Ну а ровно через 2 недели я разыграю победителя и, как я уже сказала, объявлю его на Инстаграм. Все, вот так вот просто. Ну вот такой вот классный последний выпуск я пишу в Санкт-Петербурге. Очень рада, что могу сделать для вас подарок. KitFort, отдельное вам за это спасибо. И, кстати, подруги, еще одна ремарка по поводу продукции KitFort. На сайте зайдите, посмотрите, цены там очень-очень привлекательные. Сам KitFort говорит о том, что он очень экономит на лишних тратах. То есть они не тратят лишние деньги на рекламу, на дорогостоящие магазины, шоурумы и так далее, и так далее. Они продаются в самых больших сетках бытовой техники по всей России, и этим самым они могут экономить свои бюджеты. И именно поэтому цена на продукты достаточно дружелюбная. Ну а качество они обещают самое высокое. Будет очень интересно посмотреть вот это соотношение качества цены, насколько хорошо техника работает. У меня есть парочка подруг, которые пользуются этой техникой для дома. У одной есть робот-пылесос, у другой есть кофемашина и блендер-проварка для малыша. Вроде бы все довольны. Но посмотрим, насколько довольны будем мы. И, конечно же, когда вы получите свой подарок, посмотрим, насколько довольны будете вы. Я надеюсь, что очень. Ой, господи, ребенок. Я уже испугалась, что он заплачет. Нет, не заплатишь. Ой, пылесос, вот тебе самый большой тест, ребенок. Мне кажется, нам понадобится немного времени к этому привыкнуть. Но в целом реакция, конечно, великолепная. Ну что, KitFort, скажете, что будет, если ребенок сядет на него? 10,5.
10,5 килограмм. Вот, слушайте, ну здорово, останавливается, если так вот на него давить или его как-то принуждать, в общем, делать то, что он не хочет, он останавливается. Интересно. Сейчас проверим, включится ли сам заново. А, у него там мигает красная кнопка, и он ждет, пока ребенок от него отстанет. Так, включить. Так, все, котенок, отстань от него. Так, все, погнал. Вот это настоящий тест. Робот-пылесос заперти. Мучаю человека. Так, не проезжает. Ну здорово, вот. Тест один уже провели. Во-первых, он классно выбирается из мест, где есть препятствия. А во-вторых, если ребенок на него сядет, то он просто-напросто выключится и не будет мучиться и ломать систему. Это очень круто. Ну а сейчас нам с вами пора поговорить, мне кажется, о самом-самом интересном вопросе этого видеоролика. Это, конечно же, моя возможная беременность. И то, как прошла моя овуляция и ощущаю ли я какие-либо симптомы. Я как раз-таки буду, опять же, прибегать к помощи Фло, потому что каждый день отмечала все свои симптомы. Значит, овуляция у нас была 15 числа, и это как раз-таки тот день, когда я ощутила самые большие симптомы овуляции вечером. У меня начала болеть нижняя часть спины, у меня были такие же боли, как при месячных, и мои выделения, они стали сильнее, они были очень прозрачными и по консистенции похожими на яичный белок. Это означает, что мой организм готов к тому, чтобы поступили сперматозоиды, и чтобы они наиболее безопасным и быстрым способом добрались до яйцеклетки. Опять же, произошло ли оплодотворение и имплантация, этого я сказать, конечно же, не могу, поскольку в отличие от моей первой беременности, здесь у меня симптомов не было никаких. В прошлый раз у меня очень щипали мои яичники, у меня были выделения на 6-й день после оплодотворения, когда я понимала, что есть имплантация, то есть у меня были небольшие выделения в виде крови. То есть это признак того, что надрывается стенка матки, и яйцеклетка, она прикрепляется, и тогда может быть кровь. В этот раз ничего подобного не было, поэтому я не могу сказать, произошел этот процесс или нет. Здесь нам, ну, остается только ждать. Но что я точно могу сказать, что где-то приблизительно на 20-й день моего цикла у меня началась тошнота. И эта тошнота, она продолжается каждый день, с того момента, как я открываю глаза, до того момента, как я их закрываю. И, в общем, эта тошнота такая очень умеренная, она не сильная, но она такая, вот такая мерзкая, когда ты знаешь, что тебя тошнит, когда тебе вроде хочется что-то закусить, что-то выпить такого, чтобы это чувство затушить, но я пока не прибегаю к помощи еды, поскольку я помню, что в прошлый раз я тошноту свою заедала весь первый триместр солеными сырными крекерами, и это был кошмар. Конечно же, они мне помогали, это на самом деле был единственный продукт, который мне в этом деле помогал, но я набрала столько лишнего веса, что просто кошмар. Поэтому сейчас, пока эта тошнота такая умеренная, я держусь и ее не заедаю. Опять же, почему может быть тошнота на таком раннем сроке? Это не означает, что ты вот прям 100% беременна, поскольку в принципе тошнота, вот именно вот это первого триместра, она приходит немного позже. Сейчас тошнота может быть из-за прогестерона. Прогестерон – это женский гормон, который начинает активироваться во второй половине цикла. Или, если есть оплодотворенная яйцеклетка, и она отправляется прикрепляться к стенке матки, то как раз-таки прогестерон – это тот гормон, который помогает этой яйцеклетке выживать, который ее питает и который, в общем-то, заботится о том, чтобы она жила до того момента, когда не созреет и в работу не включится уже плацента. И именно повышение прогестерона, оно может вызывать вот это чувство тошноты. Поэтому здесь можно сказать, что, скорее всего, этот прогестерон работает, и хочется верить, что он работает над сохранением моей оплодотворенной яйцеклетки. Но, опять же, узнаем наверняка немного-немного позже. Значит, когда мы с вами можем сделать первый тест на беременность? Сегодня, получается, когда я снимаю этот видеоролик, 27-й день моего цикла,
И получается, что ну, немного меньше недели у нас остается до моего следующего цикла, до первого дня месячных. Это 23 июня, когда Flow предполагает, что начнутся мои месячные. Ну, в принципе, будем ориентироваться тогда на эту дату, поскольку предыдущие два месяца они были достаточно стабильными. И, в общем, будем ориентироваться на 23-е. И тогда как раз-таки буду писать влог на эту тему, и мы с вами будем делать первый тест на беременность. Ну, а до этого у нас с вами вот такая вот игра в ожидании. Будем ждать, набираться терпения и, в общем, держать кулаки. А вы, подруги, давайте тогда пишите мне в комментариях под этим видео не только какого цвета пылесос вы хотите выиграть, но еще подпишите мне, как вы думаете, будет или не будет. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Увидимся с вами в моем следующем видеоролике из Риги. Держите кулаки за беременность, за нашу поездку. В принципе, короче, за все держите кулаки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик, и участвуйте в нашем розыгрыше. Мне будет очень приятно. На этом сегодня все. Пока.